Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Апрель 4. Священномученик Никита, славянин родом из Албании, подвязался в конце 18 века на Афоне в русском Пантелеимоновом монастыре, где принял постриг и был рукоположен в сан иеромонаха. Он стремился к уединению и перешел в скит святой Анны. Святой горел желанием послужить Господу Иисусу Христу подвигом исповедничества. Чтобы обличить противников христианства, святой Никита пришел в город Серрос. Некоторое время он пробыл в местной обители, где готовился к предстоявшему подвигу. Затем святой Никита бесстрашно пришел к местному начальнику магометанину и просил, чтобы мусульмане доказали правильность своей веры. На словесном состязании с учеными муллами святой обличил их заблуждение и привел их к молчанию. Его стали угрозами понуждать к принятию магометанства, но святой с твердостью исповедал веру во Христа. Тогда его предали жестоким истязаниям. Голову стягивали винтами, забивали иглы под ногти, повешенного вниз головой палили огнем. Святой все переносил с великим терпением и не переставал славить Христа. Наконец святой Никита был приговорен к удавлению. Скончался священномученик Никита 4 апреля 1808 года в вечер Великой Субботы. Христиане выкупили его тело и предали погребению. О подвиге мученика 19 февраля 1809 года написали в Руссик, русский монастырь великомученика Пантелеимона на Афоне, иеромонах Серрского монастыря Констанций и местный врач Николай. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.